Спорт занимал в жизни молодого Гагарина особое место. Во время учебы в ремесленном училище он получил значок «Готов к труду и обороне СССР». В архиве первого космонавта можно найти многочисленные грамоты за спортивные успехи. Он был победителем спартакиады в беге на 100 метров. Неоднократно участвовал в областных соревнованиях по лыжам. Очень любил играть в баскетбол. Был капитаном баскетбольной команды училища, хотя его рост не подходил для этого вида спорта. Шустрому и юркому пареньку соперники-баскетболисты дали прозвище «Юрок». Когда Юрий Гагарин стал комсомольцем, он получил еще и общественную нагрузку, стал физоргом курса. Студент внедрил в общежитие всеобщую зарядку в 5:30 утра. Ровно в это время он звонко кричал: «Рабочий народ, на зарядку становись!» За это ему дали прозвище «Тренер».